Привет всем, вы находитесь на канале Check It Out, меня зовут Антлер, а это прослушка. Сегодня мы с вами слушаем новиночки, которые совсем недавно вышли, а именно Кали 104, Звонкий Ливан Горозия, Off Me, Макс Корж, Трувер с Куртом, Райда, по-моему, и еще у нас что-то представил лейбл Хаджиме. Олейн, по-моему, там выпустил трек. Короче, давайте слушать уже. И начнем мы с Кали и 104-го ПМЖ. Я закрутил с тобой, закрутил бы тебе самый круг. Прикольно. Кали неплох тут. Бит такой стильный. Прикольный бит. Такое усиление было. Ну такой стильный бит, кочевый, даже хочется немного потанцевать под него, ну типа потусить. Нормально, на тусе можно врубать такое. Кали здесь неплох, неплохой флоу, и 104 тоже. По тексту я особо там что-то не все уловил, еще загляну, но однозначно это летит ко мне в плейлист. Мегаполис. Многополис. Так. Звонкий. Совместка с Ливаном Горозия. Ну что-то летнее, наверное, да, у нас тут? Слышал до этого раньше Звонкова, не знаю, кто это. Ну, такой сладкий голосок. Не знаю, я чисто Ливана Горозию жду. Бит неплох. На районе дождь, на районе никого, но под нами поч, и внутри его любовь. Неплохо играет. Ну тут я, наверное, буду больше предвзят, так как мне больше нравится, конечно, творчество Ливана Горозия, а его я слышу в первый раз. Он по сути тоже был неплох, но что-то как-то просто мне вот не нравятся такие ребята со сладкими голосками и так далее. Off Me. Вот всегда я ему даю надежду, что что-то интересное будет у меня в плеере и в плеере. В плейлисте есть парочку треков. Думал, сейчас прям рок какой-то будет, но нормально. Музончик топовый. Ну, не топовый прям, но тема прикольная. Хочется прям разрыв, конечно, но все как будто там, вот на фоне где-то. Так, окей, ну неплохо, в принципе, неплохо. Запиченный голосок. Не знаю, не особо мне вкатило. Не знаю. Вот на «Мало повзрослев» был крутой ремикс, а этот что-то какой-то... Не знаю. Рахмет, Трувер, Курт. Воу, музончик. Какой-то странный. Как Борь, нет, нельзя не читать, не выебываешь,
меня не прикалывал. Я курю кенгуру джекпот. Хочешь чилить, но весь день в атаке. Эжи килл, наш жила рогат. Помню, что ты стыл, можешь даже не пытаться. Переделать, переплюнуть, переплюнуть, переплюнуть. Ахрен на всю страницу черным шрифтом, белым матом. Как странно. Я задыхаюсь в четырех снах. Мне нужна улица, уши и суисайд. Опутю, опутю, не спрашивай, даже не интересуйся. Снюхай бабу, как три висок. Хорош. Ты же особенный. Кэп, 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 гроу, кэп, газ. Пол, кэп и на стиле. Моя девочка пиздец. Я, моя девочка не знает кунг-фу. Ей не хватит сил одеться. Россия большая. Охренеть, музло. Так, а кто, интересно, бит написал? Хер пойми, да? А, Найман. Ничего себе, Найман, блин. Вот это мощь. Короче, однозначно тоже летит ко мне. Оба красавчики. Уже спокойно различаю. Ну, Курт, конечно, напоминал одно время Трувера. Но сейчас нет, уже спокойно слышится, что у него свой флоу, что он отличается. Местами напоминал всякие разные песни, там даже Масло вспомнился в один момент. Ну, ничего, нормально все. Так, Олейн, Ла-Ла. Прошлый трек мне очень залетел. Давайте заценим. Такая более лайтовая. Ну так пока прикольно, по кайфу. Красивый бит, красивый голос. Прикольная гитарка. Блин, ну я по-любому заценю его альбом. Мне нравится. Мне нравится его творчество. Хорошая песня. Добавим себе. На фоне вообще норм. Олейн, красавчик. Так, ну и завершаем прослушку песни Райды. Кошки-мышки. Не играй в кошки-мышки, милая глупышка. Так, Райда ушел в этот стиль, да, такой более танцевальный немного. Не заходит. Что-то пытался как-то, ну, понять, принять. Но мне кажется, кошки-мышки вообще не его. Вообще этот стиль не его. Возможно, кто-то на этом бите чувствовал бы себя лучше. Группа Скриптонит, наверное, например. Ну, из лейбла. MD может как-то, но не Райда. У него даже голос не для этой песни, как мне кажется. Внезапно чуваки, Скриптонит и Трувер, дропнули трек новый, называется «В одного». А музыка 36 решили показать свою продуктивность, как Скриптонит обещал, то, что будет много музла, много всякого материала. Вот, пожалуйста, так, время 12 часов ночи. Этот видос, короче, я добавлю в соляночку. Короче, поехали слушать уже. Хорош, сразу. Бит крутой. Ну, такое, нулевые напоминает, в общем, в новой обертке, типа. Крутая тема. Две минуты прошло, что дальше нас ждет, интересно. Второй куплет от скрипи. Но все, кто встают на
слушать. Крутая тема вообще. Крутая тема, классный текст, прикольный флоу и классный бит. Вот бит изначально прям зашел. Мне нравится, когда какие-то разные звучки, в общем, использованы. Красавчики, Скриптонит, Трувер, респект. Ждем альбом Трувера, ждем шестой от Скриптонита и вообще больше новинок от музыки 36. Они прямо эту неделю вообще дропают и дропают. Пишите в комментариях, какой трек вам больше всего зашел. Мне зашли ПМЖ, Рахмет и Лала. Вот. Ну, прям вот, чтобы добавить себе. И я, короче, вот добавил их. Буду гонять. Какие песни вам понравились, дайте угадаю. Те же самые. Ладно. В общем, увидимся в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.